красота-то какая! Вот зашла в знаменитую сеть, нашу торты пирожные, парне, с 9 до 20. Кое-что купила, покажу вам. И по ценам. Сейчас увидите видео, сняла вам цены. Так, здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Тут шарфик, надо снять. Это я в моей квартирке. Ой, прям ностальгия такая. Конечно, здесь уже нету мебели. Половина, что у меня было. Ой, зашла, сейчас вам покажу. Дымок у нас здесь рядом. Пекарня Дымок. Хлебушек купила. И форнеза зашла тоже. Это у нас кондитерская. Ну, очень модная в Барнауле. По-моему, не только в Барнауле, да, дорогие мои? Где, в каком городах еще Фарна есть? По-моему, это федеральная сеть. Тоже немножко цены поснимал, конечно, там отсвечивает. Ну, все вам покажу. Что я тут в России не покажу вам цены? Конечно, покажу. Пойдемте хлебушек смотреть. Вот он, смотрите, круглый. Прикиньте, 42 рубля. Он горячий еще. Мама стала хлебушка купить, думаю. Очень вкусный. Ну и лаваш взяла. Я тоже обожаю. Тоже горяченькое все. И тоже 42 рубля. Ну и плюс пакет 87 рублей заплатила. Я считаю, это нормальная цена. Да, дорогие мои? Показываю. Я купила вот это пирожное, маркиз называется, оно 187 рублей стоит. Дороговато, да, блинное такое, из блинчика, знаете? Такой торт, если кто знает, 1000 чем-то стоит весь торт. А пироженка, ну, она очень вкусная, здесь такой крем вкусный, вау. Арсюша подсел, вот вы помните, еще в советские времена были вот такие коржики, один, по-моему, 47, не помню. Короче, 90 с чем-то заплатила, наверное, 40 с чем-то, потому что это 52 за два коржика, тоже вот такие молочные, без орешков, а это с орешками. То есть моему маленькому сербу вот такие вкусняшки понравились. Вот такие вот у меня приобретения в Форне были. Но я вообще в восторге. Я не знаю, по-моему, что-то похожее в Сербии есть. Скажите мне, девочки, молочные коржи, по-моему, есть? Ну или я не видела. Так, сходили мы там к бабушке в гости и на обратном пути в пекарню заехали. Смотрите, мохито взяла полторашечку. Вот за это все я 450 рублей заплатила. Мохито взяли. Это Арсению Морс. Он обожает, из облепихи подсел. Вот такой вот сундучок с мясом. Вот такая вот штучка. Еще тебе, сына? Баба, еще налей. Себе, знаете, решила этот беляшек с
вспомни молодость. Это запеканочка творожная, вот так хлебом сделана. Вот такая вот огроменная. По-моему, 95 рублей она там. Этот торт не стала брать, прям целый. Решила, вот пирожное Наполеон продается. Попробую. Потому что в Сербии я Наполеон найти не могла. И вот на такие штучки мы с Арсюшей подсели. Ну, вот такие вот они, знаете, цветочком. Они крем здесь, как это, пломбир написано, очень вкусный. Ну, вот такая вот у нас покупочка на 450 рублей вышла. Так, дорогие мои, ой, тут на голове топор, стрижку еще не делала, чуть-чуть пусть отрастятся и сделаю перед отъездом. Так, с Арсюшечкой гуляли, сейчас покажу, зашли в магазин, 280 рублей всего лишь потратила, сейчас вам покажу, что можно взять вообще в России на 280 рублей. Все говорят, цены, цены, ну давайте, давайте смотреть цены. Как говорится, 280 рублей. Вот такая вот, я считаю, нормальная, хорошая туалетная бумага. Сколько она? 4 штучки, двухслойная. 69, там 90, ну 70 рублей. Себе прокладочки простые взяла. Так, я вообще здесь умираю по сыркам, по творожной массе. И вот такие вот, одна с виноградиком, другая с курагой. Они, по-моему, по 77, ну там тоже с какие-то копеечки. Я как бы округляю по 78. Вот такая вот покупочка на 280 рублей. Думаю, нормально. Ребята, все, не преувеличивайте. Все в России хорошо.